12 сильных и ловких мальчишек в одном зале и 12 быстрых девчонок в другом зале. Мяч, сетка. В Вологде стартовало первенство города по волейболу среди школьников. Первые команды встретились на отборочных играх в спортивных залах школы номер 41. Соревнования по волейболу – шестой этап ежегодной спартакиады школьников «Дорога в Сочи». В этом году за победу будут бороться более 30 школ, каждая из которых представила мужские и женские сборные. Одними из первых на поле вышли хозяева площадки, а точнее хозяйки – ученицы 41-й школы. В прошлом году они не смогли выйти из группы. В новом сезоне учли свои прошлые ошибки. Мы планируем победить. Мы очень долго тренировались, готовились к этим играм. Вот. И сначала планируем выйти из группы, потом в финал. Азы волейбола девчонкам преподает их тренер, для которого победа воспитанниц – лучшая награда. В прошлом году девочки были основной состав 7 класс, и физически им было сложно противостоять. Мы уже третий год этим составом тренируемся. В этом году, я надеемся, будем бороться за первое место. Для меня при любом результате девочки всегда будут моей гордостью, но победа будет особой радостью, наверное, прежде всего для них. Я для них стараюсь. В соседнем зале за выход в финал боролись юноши школ номер 16 и 32. Все ребята настроены только на победу. В этом году мы с 16-й школы и командами мужской и женской половины намерены выиграть, то есть занять первое место по городу. Мы очень долго тренировались, усердно прилагали все усилия только для того, чтобы выиграть. Поэтому мы обязательно выиграем. Отборочные матчи продлятся 2 недели. По 8 лучших команд юношей и девочек выйдут в финал, где и определятся победители. Итоговые игры ждут юных спортсменов 30 марта. Екатерина Василенко, Максим Тишковец, Вологда Портал.